В Бакинской высшей школе нефти прошло праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому дню 8 марта. В нем приняли участие ректор БВШН Эльмар Гасымов, а также преподаватели и студенты вуза. Поздравив студенток и сотрудниц школы с Международным женским днем, Эльмар Гасымов отметил, что азербайджанские женщины активно принимают участие во всех сферах жизни страны. А государство, в свою очередь, оказывает всякую поддержку их деятельности. Всем представительницам прекрасного пола были вручены подарки и памятные призы. Некоторые были удостоены почетных грамот за успехи в работе.